Вечером 11 октября прошла информация, что с Крыма, с мыса Чауда, Крым, запущены группы шахедом. Курс – южные регионы Украины. Чуть позже информация прояснилась – курс – Одесская область и Николаевская область. Главной целью бомбардировки дронами камикадзе типа шахед было устье Дуная Одесской области. Конкретно порты Килия, Измаил, Вилково, Рени. Шахеды летели группами с интервалом 30-40 километров. Бомбардировка наносилась по портовой инфраструктуре и по складам хранения зерна. Возле портов Измаил, Килия, Рени в Измаильском районе работала ПВО, шла боевая работа по сбитию шахедов. К сожалению, есть и прилеты. Сообщается, что один из шахедов попал в жилой частный дом. Есть пострадавшие. В результате попадания шахеда по частному дому дом загорелся. Также небольшая группа шахедов, пролетев Одесскую область, взяли курс на центральные и западные регионы Украины. Там их уже встретила дружная работа нашего ПВО, и шахеды прекратили свое существование. По подрыву на мине российского военного корвета Павел Державин. Информация подтвердилась, подрыв на мине произошел недалеко от Севастополя. По предварительной информации, корвет буксируют в порт Новороссийска для ремонта в сухих доках. Воздушная тревога в Одессе и в Одесской области длилась около 3 часов. За время воздушной тревоги в Одессе ракетных прилетов и прилета дронов камикадзе зафиксировано не было. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч!